Я все-таки хотел у вас уточнить до конца. Вот вы говорите, вообще ни в коем случае не стоит обращаться назад, в прошлое. Но даются какие-то вещи. Как правильно... Специально даются, чтобы не обращался, чтобы ты противопоставлял себя прошлому, чтобы все прошлое – это не я. Это не я. Все прошлое – это то, что наводка на меня. Все. Это как? То, что прошло, прошло. А человек каждую минуту – новый человек. Ну, как это не я? Это же, в принципе, я же это воспринимал, ощущал. Я ежесекундно меняюсь. Меняются во мне абсолютно все желания, свойства. Постоянно обновляюсь в новых решимот, как мы говорим. А если это новый решимот, то почему я должен заботиться о том, что было? Это был не я. Минуту назад это не я. И через минуту буду не я. Я – это то, что в данный момент. Знаешь, жизнь – это миг между прошлым и будущим. Все. И поэтому я должен на настоящем миге только и заботиться, как его приклеить к высшей силе. И следующий миг тоже, и следующий миг тоже. И так в каждом миге я должен делать этот свой, как сказать, импульс, вот этот, прилипание, ну, отождествление. А как можно относиться тогда, ну, я же себя ощущал тогда, у меня есть память, что я делал какое-то действие, что-то ко мне, со мной происходило. Я Ну, делаю что? анализ из этого. Я же прихожу, я же делаю анализ. Для чего-то мне это давалось, для чего-то Ничего это не надо, никакого анализа, оставьте все анализы. Серьезно я тебе говорю, не надо. Все, будешь стариком, будешь сдавать анализы. А сейчас только вперед. Ну, я же через минуту, вот сейчас я через два слова задам Неважно, новое слово. Нету минуты, в духовном нет ни прошлого, ни будущего. В духовном есть только настоящее. Вот представь себе, только настоящее, я только к этой секунде прилип, и только ее я должен реализовать. Вот и все. И не думаю ни секунды раньше, ни секунды позже. Вот попробуй углубиться в это мгновение, и все. Ну как это не... Я же... Как я могу вот вот так, реализовать? Как Штирлиц. Мгновение, 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 да? Вот ну, так. А как реализовать вот? Вот тогда ты сможешь их реализовать, а так ты не реализуешь. А так ты всегда ковыряешься, как в носу, в прошлом и в будущем. И все. И где ты, и нигде. Пример хороший, да? Да. Не надо никакого ковыряния никуда. Вот только сейчас внутри себя. Ну, я вот на данный момент... Обязан. Так это философия. Нет, не философия, на самом деле. Вот, допустим, я знаю, что есть, допустим, какие-то занятия, когда я могу концентрироваться. Остальное время существует обычная жизнь, да? Но я же должен как-то выстроить между занятиями обычной. Я же должен. Ничего ты не должен. Ты должен думать только об одном. О настоящем. Все. Вот как настоящее сделать настоящим? А как? Вот когда ты будешь думать только о настоящем, по-настоящему. Можно с ума сойти. Ладно, будь здоров тогда на сегодня, хотя, наверное, хватит. Передай привет нашим ребятам, всем зрителям, слушателям, тоскующим и критикующим. Бай.